себя участники 5-го юбилейного заплыва через Волгу. В прохладное июльское воскресенье поклонники длинных водных дистанций встретились на правом берегу реки, чтобы вплавь перебраться на левый. За баталиями на воде и дружбой на суше наблюдала Татьяна Домоданова. После ледяных вод Берингового пролива волжскую прохладу москвичка Наталья Серая практически не ощущает. Сверхэкстремальную дистанцию любительница холодового плавания преодолела в прошлом году в составе сборной команды мира. Так что ульяновский заплыв скорее легкая разминка для поддержания спортивной формы. В Ульяновске впервые. Надеюсь, что сегодня Волга будет гостеприимной к нам, и мы получим удовольствие от такого заплыва 3-километрового с берега на берег. На Беринговом проливе мы передавали эстафету от пловца к пловцу, от сердца к сердцу, а здесь мы соединим два берега великой реки. Москва и Ульяновск, Чебоксары и Димитровград. 67 профессионалов и любителей готовы к преодолению 3-километрового водного пути. С собою в качестве опознавательных маячков 5-литровые бутыли с разноцветными шарами внутри. Принцип не тот, чтобы скорее, да, быстрее, а принцип, вернее, цель мероприятия простая, просто преодолеть. Преодолеть Волгу. Вот. Иногда самого себя, но в пределах разумного. На старт! Воинственному настрою участников 5-го юбилейного заплыва через Волгу противостоят неблагоприятные погодные условия. Поэтому уже через несколько минут после старта некоторые пловцы возвращаются на берег. Сражения продолжают самые сильные и выносливые. А мы продолжаем наблюдать за передвижениями наших экстремалов уже на другом берегу Волги. Трудно сказать, когда же произойдет финиш. Потому что в обычную спокойную погоду профессиональные спортсмены преодолевают эту дистанцию за 50 минут. Любители, подготовленные любители, где-то за 1:20. Ну а сегодня очень сильный ветер и, соответственно, высокие волны. Через несколько минут определяется лидер, представитель команды Чувашии Вадим Бабойкин с лучшим результатом заплыва. 1:03. Хочу посвятить эту победу своему отцу. У него сегодня праздник, день военно-морского флота, он моряк прошлый. Бабойкину Егору Ефимовичу. Впереди холодовое плавание в холодный сезон с горячими победами. Татьяна Домоданова, Олег Тончин, РЕН-ТВ, Ульяновск.